Сегодня отвечает вот тому, о чем я говорю. Стало некоторый такой уход авторов в одну из сторон. Мы не знаем, кто. Здесь и облегченная здесь. Шляпов, как раз таки, это были великолепные перевести в бронзу. Портрет должен быть. Откройте, Виктор Мирович, мне не сколько сказали? Бүгін біз өзіңіз білесіңдер ба, Сүймәғұл Чоқмаровқа естелігін қайра жасап атпаймыз ба? Бұрынғысы жақсы болып қалып, елдің барын сұрамайды. Қырғызстан бойынша барын сұрамайды жатты, емші мұншалық нашар естелікті қоясыңдар деп деп оны жалпы шешіммен қайра естелігін қоймақ болдық ба, орнын алады оны жандачы. Анан ошоға конкурс абит еткенбіз, анан бері 5 ай өтті. Анан бүгін келіп көргізмесінде көрдік та іштерін, балдар қандай жасап атышады, ене қалып жасады. Жақсы іштер бар екен, нашар іштер бар екен, а жалпы жолынан алып келгенде комиссияға жақпай қалды. Мұндай жатқанда бекітіп, чоң размерде жасайлы деген ойыз орнынан шыққан жоқ. Ошон үшін дағы 3 айға қайра екінші турды ұйыштырып атамыз. Замечанияларды бердік, емнесі жетішпей жатыр жалпы жолынан. Қандайра қантып жетіш керек мұның образын тігу деген кеңесіп барыбыз, анан эми 20 августта дагы бир жолу карайбыз. Бүгүн бир 8 автор келиптир, бирок 8 автордун көбү опытта скульпторлор. Баардык памятник коюп жүргөн балдар, Борбор площадьтагы тияк бияк чоң эстетиктердин баарынын авторлору. Члены Союза художников, которые прижизненно знали Сүймәғұла Чоқмарова, хорошо помнят, ознакомились с представленными эскизами памятника, который должен заменить стоящий памятник на Чуйском проспекте. Хочется отметить, что авторы вообще провели большую работу, конечно. Представлены портреты, представлены композиционные решения памятника. Мы пришли к выводу, что, во-первых, надо уточнить условия, те задачи, которые стоят перед авторами. Во-вторых, значит, расширить состав участников за счет, в первую очередь, молодых скульпторов, талантливых. Мы пришли к выводу, что нужно конкурс продлить, и продлить где-то на 3 месяца, чтобы не торопясь, спокойно люди могли, может, или доработать то, что они представили, или разработать новые варианты, и чтобы, может быть, появятся новые участники этого конкурса. Сурэтчилер, айкелчилер, өздөрүн иштерин алып келип койду. Мен дагы өзүмдүн ишимди Чокморовдун плаш кийип, калпак кийген туруп басып келе жаткан мезгилин чагылдырган аракет жасадым. Өзүмдүн оюмда как художник катары, актер катары моментти чагылдырган аракет кылдым. Эми калганын эл тандап алышат, аны комиссия чечет.